Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаю свою серию об убежищах на летнее время, которые строили себе творческие люди. Если в конце 19 века, после того, как Япония открылась для европейцев, японское искусство оказывало большое влияние на европейское и американское, то уже в 1920-е и 30-е годы европейский модернизм влиял на японцев, и ревнители традиций опасались утраты национального своеобразия. А после поражения в войне эта тенденция усугубилась. Но японская архитектура не утратила своеобразия, им удалось сплавить национальные традиции и универсальный модернизм в свой собственный уникальный стиль. Дзюнзо Йосимура известен как создатель современного японского дома, современного в смысле середины 20 века. Его дома были одновременно и традиционные, и современные. В 1962 году он построил для своей семьи дом для отдыха рядом с Нагано. Дом расположен на поросшем лесом участке на плавном склоне холма. Это дом на грани. Его композиция – это композиция живого дерева в лесу. Нет, не в примитивном европейском смысле ствол, от которого отходят ветки. Ствола здесь нет, но как дерево все сооружение находится в состоянии трепещущего равновесия. На бетонном кубе первого этажа с мощными корнями фундаментом поставлен верхний объем, полутораэтажный, да еще с террасой на крыше. Деревянный верхний объем нависает над нижним консолями разной длины, ведь ветви не могут иметь одинаковую длину. Более того, верхний объем радикально симметричен за счет наскатной крыши. Но впечатления, что он может опрокинуться, нет. Еще бы чуть больше консоль, чуть круче скат, и оно могло бы появиться. Но нет, грань найдена очень точно. К тому же для завершения композиции, для внушения уверенности в устойчивости, добавлена эксцентрично расположенная открытая терраса над крышей. Радикально симметричные фасады. Огромные стеклянные окна, практически стены, находятся в низком углу, а не в высокой середине, как обычно делают почти все. Остальные окна имеют размеры, соответствующие маленьким комнатам в доме и расположены в соответствии с расстановкой мебели. Войдем внутрь. Нижний этаж – это прихожая и технические помещения. На основной второй этаж поднимаемся по достаточно крутой, опять же, на грани уже откровенного неудобства лестницы. Основной жилой этаж организован в соответствии с традициями национального японского дома вокруг главного большого помещения, в которое выходят маленькие комнатки, почти что традиционные ниши. Когда окна открыты, пространство продолжается балконом. Вы можете выйти и оказаться прямо среди ветвей деревьев. Вы как будто сидите на дереве, а не смотрите на стволы на уровне первого этажа. Газона и цветов не может быть в лесу. Их нет и в японской ландшафтной архитектуре. В центре, не в середине, а в точно найденном пространственном центре расположен камин. Когда мы смотрим на план, кажется, что большая комната вот-вот перевесит комнатки вокруг. Вот сейчас утянет их в огромные угловые проемы. Они немного задержатся на узких балконах, а потом свалятся вниз. Но нет, казалось бы, невозможное равновесие достигнуто с помощью открытой антресоли, на которую ведет уж точно палубная лестница. Антресоль собирает комнатушки второго этажа, держит их, как якорь, в границах дома. Пространство на антресоле – это воплощение мечты всех детей о домике на дереве, о своем убежище от взрослых,
о возможности залезть на таинственный чердак, только вместо чердака здесь лес. А может, это воплощение мечты архитектора о том месте, где он может уединиться, наконец, и спокойно поработать, поглядывая на деревья за окном. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам тоже убежища, чтобы спокойно поработать или отдохнуть. До свидания. Thank you.